очень много полицейских машин на мосту в Авентуре, возле знаменитого Авентура Молл. Сейчас мы попытаемся подъехать поближе и посмотреть, что происходит. Я никогда не видел настолько машин. Но, кстати, полиция Авентура одна из самых таких жестких, я бы сказал, из всех городов, с пригородов Майами. 11 полицейских машин, которые задержали одного парня. Мы сейчас попытаемся узнать, что же произошло здесь, почему этот парень пытался скрыться от полиции. Вот. Но это достаточно такой типичный случай. Не убегайте от полиции. Мой вам совет в Америке. Welcome to Miami. The cops are saying I belong behind bars, and I'm guilty. I'm guilty as charged. А как ты оказываешься там всегда, где нужно, скажи мне? Я всегда учусь у тебя. Да, ну спасибо. Смотрите, я сейчас скажу как. А в некоторых штатах, как вот, допустим, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, в Лос-Анджелесе, Калифорния, в Нью-Йорке, там полицейские ездят по два человека в машине. Потому что опасные очень районы, и поэтому, когда задержание, может поехать 2-3 машины, и мы уже имеем 6 человек, офицеров на работе. Здесь, во Флориде, так как спокойный штат, полицейские всегда есть по одному машине. Поэтому, когда вот идет вот такое задержание, какой-то крайм, и кто-то убегает, то, конечно, диспетчер посылает чем больше машин, чтобы было больше офицеров на дороге. Поэтому от того, что ты увидел там 11 машин, то это не значит, что там было там 50 человек, там всего было там 10-9 офицеров, которые, друг друга прикрывая, должны были охватить какой-то квадрат человека, который убегает, потому что два человека это не могут сделать. Поэтому да, это вполне нормальная ситуация, что сразу так видно на улице очень много машин. Если бы они ездили по двое машин, иногда в Нью-Йорке есть вены, в которых ездят по 15 офицеров, они по городу ездят, тогда этого незаметно очень сильно. То есть, в принципе, это такая обычная ситуация в Майами. И вот что ты посоветуешь людям, которые вот не знают, куда они приехали, пытаются убежать от полиции, знаешь, как в России или... Я сегодня же пошутил, да, насчет снайпера. Не убегая снайпером, и уж уставшим. Вот, от полиции убегать нельзя. Ни в коем случае. Во-первых, не убежишь. Если мы там еще находились где-то в горах Монтана, где можно было в какую-то пещерку залезть, и то бы нашли. Во-первых, сразу поднимать вертолет в воздух, который сверху ведет все, что от него скрывается возможно. Во-вторых, у нас негде спрятаться во Флориде. Вот. В-третьих, побег – это еще один, как сказать по-русски, чарт, еще одно преступление, которое добавится к тому преступлению, которое сделали вы. Okay, so they touched. Если вы убегаете на машине от полицейских, и, допустим, вот вы вас в Холливуде хотят задержать, а вы переехали в Холландейл, вы должны знать, что Холливуд имеет один закон, а Холландейл имеет немножко другой закон. А если ты переехал в Дейд Каунти, из Брауд Каунти, там другие законы. И поэтому каждый город, который ты будешь приезжать, и каждый каунти, который ты будешь приезжать, тем больше на тебя будет навешано преступлений. Guy on the bike, guy on the bike, careful, careful. Okay, now turning eastbound, eastbound, my goodness, okay, look at that. А поймают тебя в любом случае, бежать тебе некуда. Это не в России, когда там одна машина патрульная с плохим мотом кого-то догоняет. Здесь каждый город, допустим, человек убегает из Холландейла, допустим, в Сону Памбич Каунти, он проехал, там Холливуд проехал, то его догонять будут холландейская полиция, потом холливудская полиция вместе с холландейской полицией. Каждый город, к которому будут приезжать, будут подключаться полицейские того города. Okay. Я видел такие погони, когда по хайвею ехало, там штук 40 машин изловили кого-то. И если он перейдет в Памбич Каунти, в памбичской полиции, тогда так столько навешают, что уже тут действительно мы не выйдешь. Вот. А потом надо понять, что это в России полиция там должна детки предупредить не выстрелы и что-то еще. Здесь с тобой церемониться не будут. Можно хорошо и легко нарваться на пулю полицейского, если не будешь адекватно себя вести. Поэтому не советую никому, никогда. Спасибо, Стив, за подробный комментарий. Пожалуйста. И за гостеприимный прием. Спасибо. If you don't believe me when I tell you this, well, let me introduce you to my lockbox kids. If you're accusing me of living too hard, well, I'm guilty. I'm guilty as charged.
tonight, ask your God to forgive my sins. Take a good look and you'll know where I've been. I'm dancing with the devil every night and every day. People pay attention to the things that I say. Hey! Будьте внимательны, отдыхая в Майами, это город веселья, но в то же время не нарушайте закон. Стэн Грунский, Энрико Остуня, Палуба US, Майами. Во Флориде десятки американских телеканалов на английском языке, 18 из них на испанском. Но до сих пор не было ни одного американского телеканала в Майами на русском. Сегодня мы здесь, palba.us. Всем на палубе, смотреть палубу, ответственность за романтику. Группа «Мумий тролли», я вот этим.